мы сегодня закончили триптих, посвященный хурмичкам-королькам. Раз, два, три. Три образа одного и того же фрукта, которые вроде как и дополняют друг друга, и соперничают друг с другом, и являются и одной картиной, и тремя картинами одновременно. Что такое триптих? Это различное эмоциональное и цветовое состояние одного и того же предмета. Ну, не предмета, а живого существа, хурмички. Вот. И даже мы им всем дадим свое название. Допустим, горная хурма. Допустим, сад королька. Да, вот здесь вот сад видно, как он растет. Или это разрезанный плод. Допустим, сладкий разрезанный плод, он является десертом очень классным. Поэтому вот так вы можете действовать. Взять кого-то, кого вы любите, да, или цветок, или фрукт, или человека, и в разных как бы эмоциональных, интеллектуальных состояниях, да, написать его. Конечно, одна работка может быть в продаже, если ее оформить красиво, паспарту и в рамочку. А могут три работы украсить так ваш, допустим, коридор при подходе к кухне, что вам будут аплодировать все ваши гости и будут завидовать вам. Поэтому, пожалуйста, делаем диптихи, триптихи, вот, и рассказываем о своих любимых фруктах с разных точек зрения –